В течение трех дней команды из разных уголков нашей страны соревновались на поле Брестского футбольного манежа, демонстрируя свое мастерство в борьбе за кубок турнира «Винтеркап». Уже традиционный брестский зимний турнир по футболу. Принимают участие команды из города Витебска, Новополоцка, Гродно, ну и, конечно же, наши брещане. Потому что на Брещине очень серьезное внимание уделяется именно развитию именно такому виду спорта, как футбол. Буквально за последние 5 лет мы уже построили 25 полей с искусственным покрытием. Это 19 маленьких и 6 больших полей. Буквально еще несколько лет назад, проводя зимний турнир, мы проводили его под открытым небом и даже иногда просили болельщиков, чтобы очистили футбольное поле от снега и помогли нам своевременно провести данный турнир. Сегодня мы проводим, как вы видите, очень в красивом, хорошем, комфортном футбольном манеже. Я уверен, что команды смогут проявить все свои профессиональные качества. Ну и, конечно, хочется пожелать, чтобы победил сильнейший. Команду хочу пожелать спортивной удачи, тренерскому штабу, именно чтобы выбрали именно ту стратегию, которая приведет их к хорошему, высокому результату. Судейской коллегии, конечно же, справедливости, а болельщикам хороших, ярких эмоций и впечатлений. Матчи были насыщенными и напряженными. В стартовом поединке сошлись обладатель серебра чемпионата Беларуси Гродненский Неоман с представителем первой лиги национального первенства Витебским Макслайном. А затем Брестская Динамо не оставила шансов Новополоцкому Нафтану. Гости проиграли в сухую 8-0. Первое, то, что это целенаправленная подготовка. Именно мы выбрали этот турнир, он нам нравится и... Есть возможность посмотреть игроков. У нас большое количество игроков на просмотре, поэтому этот турнир для нас очень важен, для того, чтобы мы могли выбрать тех игроков, которые непосредственно нужны в чемпионате. Цель – создать боеспособный коллектив и радовать болельщиков, и добиваться положительного результата. Это основные цели. И достаточно хорошо выступить в чемпионате. Кубок первенства турнира забрали прошлогодние победители Винтеркап Гродненский Неоман. Брещане одержали победу в двух номинациях. Лучший полузащитник Сергей Кисляк отметился одним голом и двумя голевыми передачами. И лучший бомбардир Джасфат Лапага. На его счету 2 забитых мяча. Практически месяц отработали. Не просто, но явно последние десяток дней прогрессируем, прибавляем важные матчи с точки зрения дальнейшего восстановления, с точки зрения образования, скажем так, качественной рабочей среды и хорошая мотивация к дальнейшему развитию, работы с хорошим настроением, скажем так, и уверенности, и формированию уверенности в собственных силах прежде всего, потому что коллектив новый, работы достаточно. Вот, но последняя неделя внушает оптимизм, мы потихонечку начали двигаться вперед, я вижу, что есть прогресс, поэтому ждем матчи с нетерпением. Все матчи будут достаточно интересными, вот, большая почва для анализа и дальнейшей работы. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.